Дорогие друзья, хочу вернуть обратную связь по темам, которые всех беспокоили, и мы о них говорили неоднократно. Речь шла о строительстве Дворца водных видов спорта, объект, который должен быть завершен в этом году. Речь шла о цирке, что несколько лет цирк у нас на ремонте. Мы также с вами обсуждали вопросы строительства поликлиники в Солнечном 2. Действительно, непросто складывалось строительство Дворца водных видов спорта. С отставанием шли работы по поликлинике в Солнечном 2. И что касается цирка, он вообще стал таким долгостроем классическим. Поэтому правильно было бы начать с ответа по этим вопросам. Ситуация меняется к лучшему. И можно сегодня уже сказать, что есть возможность по всем этим объектам завершить работы в текущем году. Более того, по поликлинике, надеюсь, завершение работ состоится раньше, как и обещал подрядчик. А что касается Дворца водных видов спорта, в срок работы должны быть завершены. Цирк на особом контроле. Мы этот вопрос обсуждали с министром культуры Российской Федерации. Закреплен за строительством первый заместитель министра. Ну и можно сейчас уже говорить, что работы стали проводиться более активно. Увеличилось количество людей, работающих на этом объекте. И кроме этого, дано поручение о подготовке уже новогоднего представления для того, чтобы Новый год ребята могли встретить в нашем цирке. Артисты подготовят программу, которая сейчас у них будет обкатываться на других площадках, презентует уже под Новый год.